Сегодня в российский МИД была вызвана посол Польши в связи с тем, что Варшава запрещает въезд участникам мотопробега, посвященного Дню Победы. Он стартовал сегодня утром в Москве, финиш 9 мая в Берлине. Вместе с нашими байкерами поклониться могилам советских солдат собирались представители зарубежных мотоклубов. В МИДе уверены, что дело не в вопросах охраны общественного порядка, на которые ссылается польская сторона. Расцениваем отказ Варшавы, лишивший группу российских граждан возможности отдать дань уважения советским воинам, погибшим при освобождении Европы от фашизма, как особо циничный и злонамеренный жест, направленный на сознательное ухудшение российско-польских отношений. Решение польской стороны, тем более в канун празднования Дня Победы, является глумлением над памятью погибших в борьбе с фашизмом. Польша первая на пути следования страна Шенгенской зоны, и второй год подряд она под предлогом охраны общественного порядка закрывает границу для байкеров, у которых оформлены все необходимые документы.